На внедорожном фестивале Overland Expo West 2018 в Аризоне, США, Nissan представил внедорожный Armada в исполнении для экстремального бездорожья и экспедиций. Новая модификация называется Armada Mountain Patrol. Она не предназначена для серийного производства и построена в единственном экземпляре. Конфигурация машины была определена голосованием пользователей через страницы автопроизводителя в Instagram и Facebook. Особую Armada укомплектовали силовыми стальными бамперами, усиленными порогами, приподнятой внедорожной подвеской, выпускной системой MagnaFlow и 17-дюймовыми колесами, обутыми во внедорожные 35-дюймовые шины. Кроме того, в оснащение 8-местного автомобиля вошел кенгурятник, лебедка на переднем бампере, запаска на пятой двери и багажник на крыше, конструкция которого позволяет установить там 4-местную палатку, разместить спальные мешки, сложенную лестницу и стулья для кемпинга. Список оборудования Armada Mountain Patrol включает навигационную систему Lorenz, радиостанцию, съемный холодильник и морозильник, набор выдвижных ящиков в багажнике для хранения. Кроме того, как и полагается экстремальному внедорожнику, в его арсенале есть сантраки, канистры для топлива, лопата и речный домкрат Hi-Lift. Установлен двигатель объемом 5,6 литра, мощностью 390 лошадиных сил и 543 ньютона-метра крутящего момента, в сочетании с 7-ступенчатым автоматом и системой полного привода. В оснащение автомобиля также входит дополнительное освещение Баха. Кузов автомобиля окрашен ярко-оранжевой эмалью. Друзья, хотим вам рассказать о канале «Автомобильный миллионер». У Руслана есть сеть автосалонов, и он рассказывает, как построить такой бизнес. Полезный контент от реального бизнесмена. Канал разбавлен экстремальным отдыхом и путешествиями. А еще Руслан хочет разыграть на канале автомобиль. Поэтому подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Ссылка в описании.